Вот, ребятушки, с сегодняшнего дня сделал я термос-чаёчек. Сюда, собственно говоря, помещаю я термосок свой. Одной рукой, конечно, неудобно. Вот так, таким образом, раз, чпок. И он, собственно говоря, здесь. И сейчас еще еда. Сейчас покажу, что у меня в этом пакете. Так, это маски вам всем известные. Вот, собственно говоря, такая вот чашка, которая закрывается, чтобы не попадал никакой мусор сюда, да? И два сутка еды. Как видим, с вилочкой. Сейчас это все надо сюда вложить. Вот сюда. Тут попрохладнее будет, я думаю. Всем, ребятки, доброе утро. Вот время, вернее, километраж. Вот время, в которое я выезжаю. Как-то так. Всем доброе утро, ребятушки. Так, Секул снова с вами. ФБР на связи, как видно вам, да? Что хотелось бы сказать. Выполнил сегодня первый заказик. Вот с утра выехал по болту. Заказ был 29. Дали, собственно говоря, девочки 40. Я так понял, работает в буфете на Масельского, то есть такие вот делишки. Ну, что-то сегодня, блин, с заказами вообще дохляк полнейший. Я включал все службы, потому что Uber включил, Uber молчит. Включил Яндекс, так далее, там, Болтяру. Болт это дал заказики. Сейчас тоже буду все включать, потому что непонятно, что, как говорится, ожидать. Так что такие дела. Ready, steady, go, погнали. Так, ребятушки, что хотелось бы сказать. Сегодняшнего дня, собственно говоря, я на диете. И позаводил я, в общем, будильники, то есть трансформация началась. Зачем завел будильники, давайте расскажу я вам. Значит, я кушаю, да, питаюсь, то есть в 7 часов утра перед тем, как выезжаю, да, там 6:30. Потом следующий прием пищи у меня будет 10 часов, и независимо от заказов я буду есть, как бы, да. Потом, значит, следующий в час и еще один 4 часа. После 4, я так понимаю, в 7. И там уже, собственно говоря, можно будет ложиться спать и так далее и тому подобное. То есть будем так как-то ориентироваться. Первое время это получается у нас один прием, два, три, четыре, пять приемов пищи. Это как бы минимум, нормально. Можно сделать и 6, если будем часиков 10 еще хавать, да. Я думаю, этого будет достаточно. Будем как бы держать себя в руках. 5-6 приемов пищи должны нам в этом помочь, собственно говоря, чтобы мы не чувствовали чувство голода постоянно. Приемы пищи я вам покажу, собственно, как буду кушать. Я вам буду показывать, что я ем, собственно говоря. Вот заказик по Uber. Давайте. Что вам хочу сказать, ребятушки. Вожу, собственно, по Uber людей сейчас. Да, то по болту с утра было, теперь по Uber. И заказики, получается, им 50% скидкой, им шикарно, они довольны, и я довольный, потому как мне приходит еще 50% на карту, то есть все четенько. Я думаю, таким макаром они действительно много людей привлекут, и это будет супер, будет хоть чуть-чуть немного больше заказов, потому что сейчас с заказами на всех службах плюс-минус туговато. Так что такие дела, ребятки. Давайте до включения. Где-то здесь. Не, вот тут там. Ну давай. Тут потом. Все, что развернуться можно. Наличка, да, там? Да. Вот так, 66 там. Так, ага. Сейчас 100. Должен. 35. Угу. Держите. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Удачи на дорогах и продвижении. Спасибо большое. Может, кому-то порекомендуете еще каналчик? Да я в Инстаграм закину в истории на перерыв. Шикарно. Thank you very much. Пожалуйста. Хорошо. Ценный груз, да? Да-да. В аварию из-за него ехал. Что ж там за вещера? Откосы делать на окнах штукатуры, трафарет специальный на окнах.
тепло сильно, наверное, да? Все четко, как в аптеке. То просто окна открытые, оно так кажется. Ты не знаешь никогда. Как угодить, да? Провожает он по тебе. Ушла, все, успокоилась, слава богу. Заведешь себе? Поверните направо. Кого ж завели? Ну собачку ж. Хвост. Так, никуда. Ну, что, без нее никуда, и я без нее никак, и она без меня никак. Ну хорошо, когда такое еще взаимопонимание, да? Ну так как-то сложилось, да. Плохо, когда наоборот, там то кусаются, то еще что-нибудь, то непонятное, какие-то происходят темы. Она кусаться не умеет, наверное. Много интереснее, прикольно. Я просто узнал, что официанты делают все. В ресторане они делают все. Мудрецы эти мудрят, вот эти, блядь, хозяева, которые давайте там типа чай делить там на всех, еще что-то. Но это сразу никакого стимула нету, правильно? Работать, ну. Ты же пытаешься тут сам. Тут налево, наверное, научишься, да? Налево. Вот он ведет нас, он, видите, а вас да, вокруг еще. Хер знает как. А сколько, кстати, чаюхи получается поднять за день? Ну, когда как. Ну, в основном, пять, суббота, воскресенье, это 500 гривен. Угу. И мы чаюхи. Ну, а так вот, понедельник, четверг, ну, как повезет. Ну, там, ну, 200 минималка. 200. Шикарно. Ну, как, нормально. Я же руку пожму. Я самого когда-то учили чаюху выбивать, там рассказывать, как что там где-то это самое. Так, ребятушки, вот, собственно, время движется к обеду. Вот моя чашечка. Сейчас надо налить сюда чайку. Не знаю, как получится снять, он не получится. В общем, как-то так. Сейчас достаю свой термос отсюда. Так, это крышечка. Это, собственно говоря, чайковский. Наливаем горячего чайку, запах обалденный. Тут зеленый чай, чай для похудения там какой-то, не знаю, когда-то давно покупал сбор. И, собственно говоря, ромашка еще. Так, закрываем. Берем судочки и идем в салон. Так, что как-то так. Вот, собственно, на часах 10 часов. Вот мой чайковский. Вот мой обед. Сейчас буду, собственно, есть. Так, ну что, ребятушки, 10 часов. Погнали хавать. Так, для начала надо снять с себя лапсердаки эти все. Пооткрывать окошки, чтобы у нас здесь все проветривалось, а не в жаре я тут сидел, чманил. Так, теперь, собственно говоря, салфеточку протереть руки. Вот салфеточка, раз. Все, руки чистые. Протер. Теперь, собственно говоря, чай я приоткрываю, потому что кипяток его пить, вот такая термокружечка у меня. Вот. Что термос держит хорошо, даже зимой. Термос, кстати, стеклянный, никакой не металлический. Металлических сколько не покупал, дерьмо с дерьма. Реально толку никакого с ним. Это взял за 95 гривен, китайский, обычный. Все нормально. Теперь у меня тут вилочка вот лежит в таком пакете. Этот пакет используем на ногу. Пакет. И вот такой судочек. Здесь в одной половине говядина, в другой огурцы с помидорами. Сейчас вам покажу, видите? Вот так выглядит. Больше 200 грамм сюда не влазит, как бы ты не хотел мясо. Так что все, точим. Преимущественно огурцы здесь.
Занимает это немного времени, пускай 5-10 минут. Ну зато вы нормально поедите. Вот, ребятки, сколько времени понадобилось мне для того, чтобы поесть. Вот судок пустой. Чаек я попью по дороге. Так что такие делишки. Все, ну собственно, погнал убирать все в багажник дальше и ехать работать. Убер опять уже включил. Все, я готов к работе. Это все сейчас убираю. Давайте до включения, ребят. Когда-то я, ребятушки, так работал, косил травку, работал садовником. Прикольная работа, спокойная, постоянно в зелени. Помашите ручкой. А пальма все больше вянет и вянет и вянет. Как-то так. Лечь хочешь или что? А? Ты лечь хочешь, развалюсь? Нет, а что, тебе не хватает места, да? Он просто сильно отрывает. Так лучше? Да, отлично. Здравствуйте. Здрасте. Воду отключают у вас, чешку это. Да непонятно, но горячий давно уже включил. Может, надежда, что наоборот включают. Всех благ лишают, да? Цивилизации. В городе миллионники, ни воды, ни... У нас там, где я живу, тоже выключили вообще, блин, сказали, сутки не будет ни холодной, ни горячей, никакой. Делайте, что хотите. Так у меня вчера кенты приходили с ведрами, с баклажками набирать, у меня хоть чуть-чуть бежало. Здрасте. Я же думаю, вроде бы правильно нашел. Да, вы правильно, просто я из-за машины наследила. Так. Направляйтесь к месту высадки стадио Ивасич 1-4. Продолжайте двигаться прямо на Костомаровского улица. Вот, ребятушки, витаминки мои, возвращаемся к ним. Тут аспаркамчик и калий. Вот, беру, собственно говоря, не знаю, видно вам, нет. Три таблетки. Сейчас сфокусирую на таблетках. Сейчас их лупанем. Один аспаркам и два аспаркам, один аскорутина, два и один аспаркам, ребят. Кому интересно, почитайте, что это такое, зачем оно нужно. Водичка. А чаек тем временем потихоньку остывает. Не люблю горячий чай. Люблю такой немного прохладный. Ответ только что паренька на Uber, официант. Что такие делишки. Посмотрите видосики. Давайте до включения. Так, ребятушки, на часах, собственно говоря, час дня. И вот я подоставал свои судочки. Собственно говоря, буду хавать еще. Вот у меня синенькие здесь с мясом фаршированные. Буду точить. Чай тоже налил себе. Вот. Сейчас покажу второй прием пищи. Если видите, вот, ага. Сейчас попробуем, как оно. В багажнике все выживает, несмотря на то, что сейчас очень жарко. И так вы не успеваете проголодаться, когда едите каждые 3 часа, это очень правильно. Вы должны приучить себя не кайфовать от пищи. А я именно тот человек, который привык там получать удовольствие от еды. Свадьбы здесь рядом. Возле ЗАГСа стоит. А как получать вроде бы бензин вы заливаете в машину, а также и пища для энергии. Ну это очень тяжело.
вырабатывать себе такую тему. Помидорчиками, кстати, тоже не злоупотребляйте. Потому что там много крахмала. Из-за этого тоже вес сильно быстро не уходит. Лучше брокколи, цветная капуста, у кого нет проблем с желудком. У кого есть, тем огурцы, перец сладкий. Сейчас сезон на это все. Термос литровый у меня. На три больших чашки свободно хватает. Вот и все. Пустой судок мы поели. Потратил на это 2 минуты 40 секунд. Много, скажите вы, я скажу, нет, это немного. Это быстро я справился, я могу уже работать. Все, отнес в багажник и вперед. А вот, кстати, заказы. Все, ребятушки, сижу, пью чай и охуеваю, блядь. Центр города стою, заказов нихуя нету, блядь. Просто пиздец. Балтяру я, естественно, выключил, потому что я не понимаю, они там переведут мне бабки на карточку или не переведут, или они где-то зависнут. Нахера мне такое чудо, что такие дела. Я-то ввел, но там еще надо ждать ответа ихнего, как и что они ответят. Стою, попиваю зеленый чаечек. Вот это работа, я понимаю. Смотрю видосы, записываю, что где чинил, когда. Охренеть. Вот такая работа сегодня, блядь, заебательская. 2 часа уже где-то, наверное, кукую тут, блядь. А полтора так точно. Вот тебе и обед. Я раньше думал, что... Ну, вот бывают дни, когда в обед бывает работа. Бывает, что ее нихера нет. И вот сегодня как раз такой день, когда лучше в обед пойти потренироваться, блядь. Это в пятницу можно поработать в обед. А так, лучше пойти потренироваться. Побегать там. Но я буду менять потихоньку свой график. И буду бегать, если бегать, то после работы. Чтобы оставались хоть какие-то силы. Так что такие дела. Ждем заказик, давайте, ребят, до включения. Вот просто захотелось включиться и сказать вам, люди, це якась пизда. Заказов нет вообще, я в шоке. То ли потому, что я есть перестал, заказов стало меньше, то ли по какой причине, я что-то херово пойму. Прикол, конечно, еще тут. Ну ладно, давайте до включения. Да, кстати, то есть я стоял в центре, а теперь я на Садовом проезде. Кто это знает, это маршала Жукова район, да? Здесь тоже нету никаких заказов. Хер его знает. С чем это связано? Люди забили, наверное, или все уехали в отпуск, скорее всего, действительно. Это начнется перед сентябрем. В сентябре заказы. Сейчас, конечно, такой дохлячело полнейший. Сейчас как раз время заняться собой, заняться машиной. Один из вариантов, собственно говоря, почему я решил... заняться в этот момент похудением, потому что как раз подходящий момент, работы не сильно много, а потом придется еще раз перестраиваться под новый график работы, поэтому лучше сейчас войти в стезю, а потом, собственно говоря, двигаться дальше, улучшать свой результат. Что такие делишки? Давайте, до включения. Так, ребятушки, ну что хотелось бы вам сказать. Вот сегодня я и поработал, сейчас уже у нас, собственно, 3 часа и там минут 5. Буду ставить в сторону дома, буду ехать, поставлю все службы в сторону дома, если какая-то служба даст, сделаю заказик. В чем убедился я за сегодняшний день? Я сегодняшним днем хочу вам показать, сколько таксист зарабатывает за 8 часов
большие деньги, все же думают, там, баслословные. Насколько такси зависит от, собственно говоря, это как и рыбалка, то есть от дня, есть заказы, нет заказов и так далее, и тому подобное. Плюс ко всему, этим видосом я хочу обратить ваше внимание, что когда заказов нету, да хера ты не заработаешь. И таксист должен работать не 12, 17, 19, 148 часов. Он должен работать в день 8 часов, как и все нормальные люди. Понимаете как? А те, которые работают по 12, у них же, извините, и графики немного другие. Там 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 дня дома. У таксиста немного не так. Он не башит там, блядь, по 12, по 14 часов сутками. Вот, собственно говоря, сегодня мы посчитаем, сколько я потратил на топливо там, сколько я проехал и так далее. Я выложу вам все это, и вы посмотрите, сколько я заработал в конце видосика. Так что такие делишки. Ready, steady, go, ребятушки. А я, собственно говоря, сейчас ставлю в сторону дома и поеду на Безлюдовку купаться. Пока сегодня жаркий день хороший, потому что передают в скором времени на выходные дождики. И фиг его знает, как там потом, возможно, будет покупаться или нет. Давайте, ребятки, пока-пока, до включения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик обязательно, комментируйте данный видосик. Всем до новых встреч. Ну вот, собственно, ребятушки, доехал я домой. Вот такой километраж. И столько времени. Вот отработал на одну минуту больше я, чем 8 часов. Ребятушки, на Безлюде, собственно говоря, я за вас зеленый чаек. Еще до сих пор горячий. Хорошо тут, круто, сегодня тренировочки нету, так что решил приехать поплавать. Тем более на выходные передают, собственно говоря, дождик. Неизвестно, насколько все это затянется.